приготовление еды марафонской, чтобы есть и худеть. Отвечу на все вопросы абсолютно. Да, Рита будет завтра отвечать на все вопросы по марафону, по питанию, как готовить, что там, как чего, она все покажет, все расскажет. Ну, естественно, для участников VIP-марафона. Так, соответственно, в телеграм-канале она заранее скажет, когда будет эфир. Эфир, естественно, будет сохранен. Вот. Ура, я очень переживала за Пусика, слава богу. Ходит, ходит. Ага, ищет уже все. Почувствовал еду человеческую. Всех с праздником. Естественно. Давно вас не смотрела, что у вас с грилем. Ну, все в ленте есть, посмотри. Вот. Как можно узнать про VIP-марафон? VIP-марафон больше не попасть. Он уже начался. Следующий марафон будет ближе к лету. Виталий, вы с Ритой когда познакомились, через какое время понял, что это ваш человек? Не знаю, честно. Не сразу, совсем не сразу. Что делаешь? Записывала Рита Пилатес. 18 числа будет Пилатес. Это, ну, скажем так, тем, кому за 30 это просто необходимо. За 30, за 35 это просто необходимо. Там будет Саша, будет Рита. Записывали не Пилатес. Зайдите на ее страницу, посмотрите. Такая огромная кухня, сколько шкафов, неужели они забиты все? Нет, не забиты. Их, по-моему, невозможно забить, при том, что у нас еще там подсобки есть, поэтому нет. Мы даже не открывали вот эти верхние, просто не открывали. Ни вот эти, ни вот эти. Красивый оттенок волос у тебя. Красивая, вчера после салона покрасили. Пупсик нормально, мы и вышли сказать, что он на все хорошо с ним. Да. Мизим помог, спасибо вам. Интимной гимнастики больше не будет. Вы классные, спасибо, что вы есть. Спасибо. Сколько Рите, сколько она весит. Телеграм-канал подписывайтесь, смотрите, листайте, все там рассказываем. Вот. Так, что еще? После сегодняшнего марафона все тело болит. Завтра буду делать тренировку. Завтра как буду делать тренировку? Аккуратненько будешь делать. Обязательно. С разминочкой. Это выход из зоны комфорта. Каким спортом можно заниматься при беременности на раннем сроке? Беременность не болезнь, абсолютно любым, если беременность протекает нормально. Сколько стоит такая кухня? Очень дорого. Ну, по крайней мере, для меня. Кому-то может быть дешево, по мне так дорого. Ваша люстра просто космос, у вас отличный вкус. Спасибо. Я говорю, подпишитесь на телеграм-канал, посмотрите, как мы делали эту квартиру, как мы выбирали дизайн, как мы тут мучились совсем, если интересно. Какие были тонкости, особенности. Выбирали. Да. Добрый вечер, один абонемент прошла и купила еще два. Эффект супер. Спасибо за ваши тренировки, вы супер. Ой, спасибо большое, кто пишет. Инуля, Инна, спасибо. Так, вы как-то говорили, что у вас повреждено колено, у меня тоже, и некоторые упражнения мне делать нельзя, как и вам. Какими упражнениями можно заменить? Как я отвечу? Вот такие, вот такие. Странно, вроде. Так, у вас есть какие-то щадящие тренировки, чтобы без нагрузки на шоколадке, потому что я после перелома ноги? Не понял вопрос. Без нагрузки на шоколадке? Непонятно. Как победить лень? Не надо, не надо, не борись с ленью, давай, не надо. Чем больше таких, как ты, будет ленивых, которые не борят лень, нам меньше работать. Мы, ну, так, а иначе, представьте, все начнут работать, все станут красивыми, нам надо будет вообще пахать в 10 раз. А так, такие, как ты, ленивцы, например, смотрят, только наблюдают за нами, говорят, как вы изменились, как у вас там хорошо, ну, мы радуемся. Где ссылка на телегу? Ссылка на телегу раз в 3 дня появляется в сторис.
Можно раковину посмотреть поближе на из камня. Еще раз говорю, телеграм-канал. Все рассказано. Почему вот этот стол стоит 1 100 000 рублей? Вот только вот эта часть, без вот этого замечательного камня. Все там написано. Вот задайте вопросы, говорю, и лень зайти. Ну, значит, вам не особо интересно. Я на протяжении 2 лет делала марафон, и сейчас повредила колено. Колено надо лечить. Не как я, что-то там самолечением заниматься, а то это будет как я. Потеряешь колено, как и я. Очень не рекомендую. Серьезно, если бы я сам себе попался несколько лет назад, палкой бы себя, не знаю, током бы себя просто гнал бы к доктору. Понимаете? Делаешь абонемент, и лени нет. Согласен. Да какая там лень? Там столько, там у нас столько народу. Девочек, мальчиков, все делают. На голове даже стоим. Вы что? А? С мусором как? С мусором? Мусор нельзя опускать. У нас вот это чудо. Сегодня расковырял мусор. Первый раз в жизни поел человеческую еду, пока мы не знали. Просто взял, расковырял мусор и съел мясо. Виталий, вы были в Дагестане? Нет, не было в Дагестане. У меня ребенок первый раз выставил все 3 раза прогресс. Вау, ты занимаешься с ребенком, это самое крутое, что может быть. Вы такие милахи, спасибо большое. Добрый вечер, моя сладкая парочка. Тренинг класс, попрыгали, побегали, полежали, постояли на голове, подышали, успели, все. Огонь, благодарю вас. Как всегда, видеоотзыв после трения на эмоциях, люблю. Видеоотзыв очень хочу. Отправьте, пожалуйста, видеоотзыв, это будет круто. Ведро с крышкой надо, чтобы пупсик не открывал. Ведро вот там. Когда оно наполняется, мы, да, ну, как бы к нам много гостей приходит, мы его выносим вот туда, ставим вот туда. Он взял, ставили, да, теперь не знаю. А я думаю, что это надо будет в подсобку. А если еще одно? Еще одно ведро из-за него? Туда, там. На лестницу ставить, он туда не... Хотя он, блин, вдруг залезет. Слушай, вот я не знаю. Давай в эту, в постирочную ставить. Вот. Зато, смотрите, все беленькое, все чистенькое, да? И сразу видно, где грязь, а где нет. Вот и пол такой же. То есть все сразу как, вот, как в операционной. Я тоже вашими занятиями начал заниматься с сыном и с мужем. Молодец какая, Анна. Анна, молодец, еще и с мужем и сыном, супер. Кстати, вот мужу надо бы сделать фотку до и потом, по окончании абонемента после. Вот просто офигеть, какая будет разница. Бежит, бежит. Да. Муж оценил вашу тренировку интимной гимнастики. Жаль, что нельзя оставить отзыв в видео. Почему? Можно? Напишите в этот, в директ. Ой, какой! А нам передадут. Какой ты молодец! Красавчик. Красавчик. Пупсик, пупсик, пупсик. Пупсик, посмотри на меня, посмотри на меня. Ну-ка, посмотри. Кто наелся так? Кто такой маленький? Кто такой маленький у меня? Такой маленький-маленький. Такой хороший-хороший. Животик прошел. Вовремя дали мизим ему, конечно. Хороший, такой маленький, такой сладкий. Мы его так любим. Ну, это просто невероятное чудо. Смотрит и все перестает. Ага, я уже, ага, как-то не понимаю.
понимаешь. Ага. Он как почтальон Пешкин. Смотри, Пупсик, смотрите, у него как шапочка. Видите, шапочка, как ушанка такая, как почтальон Пешкин. Одно ухо стоит, другое нет. Благодарю за сегодняшнюю тренировочку. Абонемент супер. Спасибо большое. Напишите отзыв под последним постом, пожалуйста. Детей хотите? Второй раз нам предлагает ксилола какая-то. Нам твои дети не нужны. Оставь их, пожалуйста, себе. Сколько же можно на своих детей-то предлагать? Хороший. Хороший. Красавчик. Красавчик? Ты красавчик? Ты красавчик? Виталик, все мое семейство вас обождает, обожает, и все потому, что я становлюсь каждый день энергичной красоткой. Дочка 8 лет, все время меня хвалит и иногда тренит со мной. Вау, как круто! Вот это очень здорово, это просто невероятно. У нас Алекса тоже, когда ей было 8 лет, она с нами занималась и в 8, и в 9, и в 10, и даже вот в 11 начала заниматься, а потом резко она стала стесняться почему-то. Такой он хулиган. Хулиган. Ты хулиган? Он такой активный. Ты хулиган? Хулиган? Ну, хорош. Ну, какой он красивый. Какой красивый, красивый. Такой маленький-маленький носик. Да, Попсику гораздо легче. Все, он уже бегает, ему совсем хорошо. Да, хорошо, все переварилось. Да, Мизим очень помог, так что прям вот, если что, если что-то сидят, надо вовремя дать таблеточку. Вам ромашку не присылали? Какую ромашку? Это орхидея. Цветочка, ангелочек-цветочек. Ангелочек-цветочек, хороший такой. Приучиться ходить на свое место. Когда как? Ну что делать будем? Ну, собираться ложиться так потихонечку, да? А? Собираться ложиться потихонечку. Да. Так, угу. Ладно, мы так просто сказать, что Пупсику стало легче. Да, спасибо за... Да, и сказать, что завтра будет у нас в эфире для марафонцев особенности, все тонкости особенности Рита покажет приготовление еды в марафоне. Да. Готовлю сейчас торт Сникерс мужу по рецепту Риты. Ням-ням, я бы тоже кусочек сомячила с удовольствием. Я думаю, он будет в восторге. Да. Класс, когда есть полезные вкусные рецепты, которые можно готовить для всей семьи без вреда. Пупсик с нами спит, да. Пупсик с нами спит. Ладно, все. Всем пока.